Здравствуйте, это магазин «Крошка». У нас все мамочки спрашивают, что же это такое, интересное в футлярчике лежит. А это специальная силиконовая щетка на пальчик. Мама одевает себе на пальчик и может массажировать десенки, когда лезут первые зубики. И можно чистить самый первый появившийся зубик. Ухаживать надо даже за первым зубиком, который только появился. Смотрите, щетина щеточки мягкая, нежная. Сама щетка силиконовая, мягкая. Очень удобно, вы ее использовали, помыли, почистили и снова положили в футлярчик, она у вас нигде не валяется и не пачкается. Приходите в магазин «Крошка».